Книга «Открытым оком», том 1, тема крещения, вопрос 81. Обязательно ли крещение? Обязательно ли при крещении человек должен стоять на земле? А если в бассейне крестить? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Язычники думают, как ивановцы, что через землю идут какие-то биотоки, энергия через пятки входит в человека. У христиан этого нет и запрещено так мыслить. Согласно Дидахе, хотя это и считается подложное произведение, относящееся ко второму веку, нужно крестить в живой воде, то есть проточной. Если этого нет, тогда в стоячей воде, как у нас в озере. Но если нет и этого, тогда в чистом сосуде специально на то приготовлено. Погрузить человека трижды с головой. Если же нет и этой возможности, то трижды возлей воду на голову. Но это уже только при тяжелой болезни, в плену у татар, в степи или в тюрьме. Обливание полное трижды.